Первомай отметили и представители коммунистической партии. Сторонники оппозиции в День весны и труда торжественно прошли по центральной улице города до Театральной площади. Здесь состоялся митинг, посвященный 1 мая. Собравшиеся выразили негодование в связи с ростом безработицы в стране, а также увеличением цен на продукты и услуги ЖКХ. По словам депутата Государственной Думы от КПРФ Ольги Алимовой, сегодня большинство россиян не живут, а выживают, выбирая купить продукты или заплатить за квартиру.